Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Алексей, вы на канале Турука, и мы продолжаем играть в Рим 2 за фракцию Египет. И что? Что у нас здесь? Что у нас здесь? У нас, короче, Эфиопия тут обнаглела. С Мэроу мы тут разобрались, сейчас вот даже шпиончик не сможет ничего сделать, да, на этом ходу не сможет. С Мэроу разобрались, а вот Аксум пришел и захватил Птолемея Ферон. Для того, чтобы он себя таким безнаказанным не чувствовал. Побежали Фивы Птолемеем. На каждом закончившемся ходу мы добираем себе армию. Легкую конницу я хотел опробовать. Посмотрим, что мы сможем сделать. Да, с помощью нее. Больше мы никто ж не будет ходить. Совершенно верно. Так, ну и здесь у нас вроде как война с нумидийцами, с Римом Липида в разгаре в самом. И если я не ошибаюсь, да, вот здесь вот я еще одного военачальника Илариона приобрел, нанимая ему бомжовскую армию. Отправимся мы на помощь в борьбе с Аксумом. Да. А тут две армии. Бакенор и, если не ошибаюсь, Георгий, да, будут сражаться возле Капсы, оборонять, ну и так далее, в общем, заниматься жесткой обороной. Минус 32, ну, со следующего хода пойдет в плюсик уже. Все, заканчиваем свой ход, смотрим, что же предпримут наши вражины в лице Рима. Рим Помпея там тоже пытается выжить как-то, надо ему помочь, но... Как говорится, сам себе пусть помогает. Это его проблема, что он загнал себя в такую калаку. Калаку, да. Даже несмотря на то, что мы с ним в союзе... У них остались одни сиракузы. С ним в союзе его ход нам не показывается почему-то. Либо он просто не ходил. Так, Рим Липида битыми войсками идет на Цидам. Это, в принципе, на руку мне, я смогу их убить. Мэро хочет мирный договор, а не хочешь ли ты сатрапией стать, нет? Все, отмена. Не хочу я. Мне нужна Эфиопия целиком и полностью, как провинция. А вот с нумидийцами мирный договор я подпишу. У меня западная сторона останется, пока я буду с Африкой разбираться. С Римом Липида. С нумидийцами мирный договор мне на руку. Плюс 720 монет, это неплохо. А у него война с Римом Октавиана, с Римом Помпея и с Египтом. Да? И больше ни с кем нумидийцы не воюют. Окей. Потерял он свои там войска. 10 ходов ему на восстановление. Пускай набирает себе армию. Потом мы его все равно захватим. Белги тут уже вовсю гуляют, варварские племена. Белги сотрудничают с одним из римов. Береника, имя одного из полководцев всех на устах. Ну-ка посмотрим, что же это такое. Дурную славу приобретает, харизма заход минус 3. Это Гетера, некоторое время была спутницей вашего полководца, но теперь отвергает его. Он уже унижается, пытается вернуть ей любовь. Убедить Гетеру... Пусть она исчезнет, поговорит с полководцем или ничего не делать. Говорят, что трудности такого рода успешно разрешаются с помощью пожертвований. То есть дать ей просто на лапу, типа, слышь, девочка, ублажи-ка генеральчика. Но не все берется за деньги. Должен быть какой-то способ утихомирить ее. Пусть она еще не просто взять и убить. Поговорить с полководцем. Нужно осадить этого полководца, бесить ему, насколько он смешон. Не, ну там любовь, морковь. Давайте попробуем все-таки убедить Гетеру эту. Так, влияние наше довольно-таки неплохое. Надо бы подкачать тоже другие семейства, пусть поработают. А то, я чувствую, будет у нас гражданская война. Гражданский городок был достроен в Аугиле. Фракция была уничтожена Харакена. Заключен мир с Нумидией. Отчет хозяйственной деятельности. Встревожено в Нумидии население. Оно сейчас будет повышаться. Хотя нифига оно не будет повышаться. Мне надо вот этих ребят убить. В Цидаме. Что за войска? Пикинеры. Отряд. Египетская пехота. Отряд. Толпа. И египетские прачники. Мы не сможем там обороняться очень сильно.
Здесь нам ничего не даст. Не растет гарнизон, чтобы я не улучшил, да и потом за пару ходов это не сделать. Осадная башня, мастерская. Так, что у тебя тут? Что же у тебя? Ну, вот сюда я тоже отдавать не хочу, там кожа. А андрумент мы сможем взять? Не сможем. Плыви-ка ты домой. Вот сюда вот. Ну, а ты иди в оборону, Цидама. Пожертвуем пока капсой. Такс, теперь. Правосудие Птаха, защитники двух земель. Вот, стая Сэхнет. Дафиф. Доберется только с ускоренного марша. И то не совсем, но оборону будет принимать здесь. Так, армия. Ну-ка, подруга. Расслад в войсках, искажение приказов. Цель задержана. Цель замедлена. Снижает хитрость полководца. Подрыв авторитета. Авторитет. 72 замедлена. Ну давайте все-таки попробуем. Отлично. Внесли разлад войска. Авторитет был понижен. Они замедлились. Не знаю, хватит ли им ходов добраться до фивов. Я думаю, что нет. Тут тоже сановничек. Что у меня по количеству соглядатаев? 2. Ага, можно одного нанять. Радиус обзора, военная разведка, шанс нужен. Да, вот. Нанимаем. И пошел работать. Так, теперь. Гордость двух земель. Гордость двух земель. Найми войска. Дешевенькие. Вот эти вот три отряда. Так, ты ж... Три. Аммоний. Это к Ливии все еще относится. Ну, давайте сюда поближе добежим. Паритоний. Это уже тоже Ливия. Уже тоже. Это еще Ливия. То есть мне нужно куда-нибудь вот сюда вот стать, чтобы заниматься налоговой ставкой. Но два сановника не стакают налоговую ставку, поэтому не знаю, смогу ли я продолжать или буду все-таки действовать. Нет, все-таки пускаем там Ливии до сих пор занимается. Заканчиваем ход, видимо, да? Можно, конечно, построить что-нибудь. Я бы возвел бы Африка, Адрумент. Вот, в Африке можно, в принципе, улучшить. Городишко и растительные каналы. Конец хода. Так, а здесь можно сделать, ну, самой нормальной постройкой. Поощрение филантропии, стоимость набора отрядов, доход от производства, стоимость набора отрядов. Идит хлеба и зрелищ, идит налога на урожай. Самой нормальной постройкой все-таки является храм Амон Зевса. Из алтарей Амон Зевса. Он дает и культурное влияние шикарное, и общественный порядок шикарный. Плюс еще эдикт. А на налоги возрастает с помощью него 19%. И подулучшить бы оба причем в Египте. Было бы шикарно. Что у меня по заданию? Африку захватить. Растительные каналы построить. Ну, растительные строятся. И починить не менее 10 фракций. Ясно. Растительные каналы прихода. Окей, заканчиваем ход. Забыла и Аланты походить. Она там возле Мэроу как раз таки занимается делами. Насущими грядущими. Рим Помпея. Сможешь что-нибудь сотворить там возле Сиракуса? Наверное, ничего.
Отступает липидо, идет к капсе, и по идее на обычном марше я должен догнать войска. Да, он не может походить, я его вовремя задержал. Ох, сейчас, мне кажется, моего соглядатая. Ну, что-то пытались, видимо, искусить его, но не вышло. Это хорошо, это мне на руку. Мэровские агенты работают. Тоже хочет. Но вот этого, наверное, выйдет. Вообще, как он обнаружил его, непонятно. Персипонт. Сейчас будем задерживать его, насколько хватит. Так, Аврекий, отлично. Наш тайный агент раскрыт. Отлично. Агент задержан убеждением. Пытался переманить, но верность оказалась сильнее. Астрономия изучена. И искушением тоже не прокатило. 2000 мы казны откинули. Приняла кругленькую сумму, которую мы предложили. Больше я никто не видел. Ну, да. Строительство. В капсе. Поле для осмотра. Так. Окей, пока капсу не трогаем. Так. Во, дальность перемещения еще. Но ходов не хватит. Добить. Тогда давайте опять на ускоренном и в капсу. Повышать общественный порядок. Так, домочадец. Резерв. Отчет кораблестроения. Противник ранен. Отравление пищи. Опа-на. Подожди секундочку. Обнаружили вражеский момент, который пытался действовать против вас. При пользовании он был ранен. Это вообще великолепно. Тайные агенты раскрыты. Потерянная любовь. Да, это понятно. Так, и мне нужно что-то улучшить. Лагерь наемников. Легкие пельтасты заменяются на пельтастов. Выстрелы в минуту. Осадная мастерская. Военные посты. Тренировочный лагерь. Наносимый в дальнем бою урон. Атака, блин, да все. Не надо мне пока. Рынок. Эмпарион. Так, по строительству. Чеканка. Давайте, наверное, вот это длительность строительства в столице вот, изучим все-таки. Ипподром, царская усыпальница, 4 уровень. Идем в Фивы. Ты, подруга наша. Вот, здесь военачальник дешевый. Мудрец, кстати, тоже. Попытаемся их заколоть. Я 2.27. Ну, отлично. Минус 1, второй ранг. Удар в спину, нож убийства. Отлично. Авторитет, хитрость. Авторитет повышаем. И здесь рвение. Попробуем все-таки, да, вот таким вот прокачать образом. Так. Еще раз. Разлад. И... удалось. Отлично. Знатная женщина, 7 уровень. Политика. Гражданское хозяйство. Великолепно. И ты, дружок, сможешь ли ты... Минус полководец еще один. Пусть там армия и есть, но нету полководца. Строится. Даже так. Здесь тоже уже там обустроились. Ксаку мы не видим. Аксум, точнее. Так, 3000. Так, у нас нету стрелков, да? 3 стрелка делаем. 3 стрелка. Угу. Со следующего хода уже можем заниматься. Тогда сейчас не будем тратить этот навык. 1000 монет.
и построить не можем. Ну все. Теперь гордость двух земель. Тоже пока ничего не делаешь. Стоишь в Александрии. Правосудие птаха. Стой тут. Заканчиваем ход. Так, ты почти восстановился. У тебя 4 наемника стрелковых. Будем застреливать всех. Потом от наемников нужно будет избавиться. Рим Помпея захватил один из городов в Сицилии, помимо Сиракуз. И это радует, что он не сдается. Рим Липида никуда не походил, остался на месте. Странно. Даже армию в укрепление, видимо, не поставил. И Аксум походил как-то очень быстро. Что-то странно. Ни агентами никто не ходил вообще. Очень быстро пролетело. Даже 2 города захватил. А, подрывная деятельность в Фивах. Нападение на гарнизон. Многие погибли, получили ранения. Но это фигня. Захватить поселение Демидии. Демидия это... Да, понятно. Новая особенность. Очень азартная. Это человек слишком много времени придается развлечениям. Заметь его делом, пока он... Это кто? Иларион, да? А что у тебя здесь? Какой-то есть лагерь азартных игр. А, ну да, доход от культуры, развлечений и так далее. Новый домочадец. Попытка диверсии. Отправление колодцев не удалось. Заказное убийство. Цель ранена. Противник ранен. Разлад в войсках. Не удалось. Вот это плохо. Придется уже теперь обороняться. Так, 4 бойца у меня еще не нанято. И это будет кто? Кто же это будет? Пикинеров 4 хватит. Ну, надо добирать, в общем, вот этих бойцов. Так, гордость стоит, сыны Гора убивают через засаду, через атаку, порезали братка, убили и возвращаются обратно, занимаются общественным порядком. Амфитеатр 1200 потратим на общественный порядок. Так, тут пока не будем тратить. Строим, продолжаем строить вещи. А ты, подружка наша, занимаешься управлением. Молодца. 5000, все. 6000 дохода. 500 монет у меня осталось. Полководца вряд ли ты сможешь, да, убить. Удар в спину. 41 уничтожено, 25 ранено. Ранили. Ну, мы только ранения наносим их полководцам. Никто не умирает. Ну и армия не нанимается, в принципе. Хотя нет, армия как раз таки нанимается. Так, а ты можешь ли здесь кого-нибудь нанять? А почему? Почему не можешь? Так, двигаемся тогда в Цидам. На ускорение, да, вот сюда вот. Отлично. Отлично, конец хода. Потихоньку, потихонечку. Помощь Помпеи идти еще рано, потому что мы еще пока не укрепились на своих позициях.
вступить в войну, Рим Помпея предлагает нам с Нумидией. Встречное предложение, друг. Только за деньги. 370? Не, это мало, друг. We would be suitably С Римом Антония, да? С Римом Антония я могу вступить только за 5000. Вот, 4. Все, извини. Мы с тобой не пришли к договору. Блинкнулся отсюда сюда вот. Шустрый малый. Так, а Аксум походил? Вот. Ну, какой он все-таки нехороший человек. Взял и к меня с Гармоса пошел. Ладно, дружище, сейчас ты потеряешь две своих армии по отдельности. Одну вот в обороне там. Какой же ты все-таки свирепый, соглядатый. Контратаковал и ножом зарезал дружка. Хорошо. Искушение. При попытке убийства он был ранен. Ха-ха-ха. Диверсия, отравление колодцев. Гвардеец фараона. Иоланта раскрыт. И опять спор. Что за спор? На морях царит штиль, если мы хотим торговать и отправлять боевые корабли против наших врагов, нужно принести жертву Посейдона, чтобы вернуть его расположение. За кладь быка я уже, по-моему, делал такие вещи. В принципе, довольно-таки неплохо получалось. Строительство завершено. Паритонии. Аммонии и Лептис Магния. Усадьба, да-да-да, растительные каналы, аммоний, паритоний. Все хорошо. Делаем еще одну построечку. Пищи хватает, все хорошо. Тайный агент раскрыт. Анишахадзе или как ее там? Так, ты, подруга, мне нужно просто очень сильно замедлить врага. Молодца, Гармос не возьмут. Но, Птолемей, пришло твое время. Давай, воина леопарда еще наймем. Сколько он будет требовать? 328. За что? Привычный к жаре, маскировка, безумный натиск. Скорость натиска, урон при натиске, ускорение. Ага, то есть такой атакующий будет. Еще и дадим ему защитку. Так. Бомжевитые ребята. Как же их пробивать там в укреплении? Со второсчета? Взять и пробить со второсчета. 60% войск погибнет. Останется точнее. А если я сам буду атаковать, неизвестно, как пойдет. У меня такого прям сильно атакующего состава нету. Укрепление пробивать будет тяжело. Тупо просто неким. Да, там египетские копьеметатели там постреляют, да только не так сильно, там, но кавалерия пробежит, даст натиск, вся погибнет, поэтому нет. Авторасчет. Охо-хо-хо-хо. И это называется 60% оставшихся в живых, да? То есть потери 840. С 2000 это... Ну да, в принципе, все правильно. 40% где-то и вышло так. А, убить пленных. И добить врага. Ну а здесь уже, я думаю, мы добьем без потери.
минус армия. Восстанавливаем ребят. Угу. А в Гармосе пикинеры. Тут слабачки. Да, просто восстанавливаем сейчас войска. Если я ускорение дам, ничего не даст нам это. Поэтому не будем давать. Иоланта. Вот этот мне не очень нравится друг. Упустил возможность. Главк. Заказное убийство. Удар в спину. Угу. Рвение, саботаж, поджог, убийство, удар в спину, да, вот это вот. Будешь рвением пробивать. Шанс ранить вражеских агентов при самообороне, да, вот это прям то, что нужно. У тебя же авторитет плюс один есть. Почему у тебя всего лишь он один? А, у него даже основной навык разведчика идет на рвение, да, то есть на радиус обзора, на военную разведку. Нет, не рвение, это просто такой значок похожий. Так, Тимей. Что ты можешь? Стоимость выполнения, шанс крипта. Нет, давай это рвение повышай. Мужество, авторитет, убийство, демонстрация, манипуляция, убийство, резня, нападение, рвение. Авторитет. Хитрость, шанс избежания воздействия вражеских агентов. Требует небольшой объем богатства, растущий по мере удаления от границ. То есть он съедает деньги, что ли, получается, поиски приключений? Доход от приключений плюс 5. Непонятно вообще. Чем дальше он от границы, тем он больше какого-то там дохода приносит. Не втыкаю я в это дело. Давай, в общем, силу себе качай. Военачальник наш вкачан здесь вообще никак. Жена у него харизма минус один заход дает. Грубиянка. Боевой дух, боевой дух, боевой натиск, атака ближнего, авторитет. Плюс один. Боевой дух. Харизма заход. Атака ближнего боя. Броня всех бойцов. Давай тебе авторитет подарим еще. Будешь у нас таким дружком. Так, тут ты можешь нанять. Блин. Вот сейчас тупанул, не отменил ему ускоренный марш. Ну ладно. Так, а ты все закончил со своим делом. Бегом сюда. Ты, друг. Еще три отряда хватит тебе. Угу. Сейчас казармы достроятся. Можно будет уже мечников в Тораксах нанимать и всему подобное. Ересь. Сыны Гора. Могут на Андрумент идти уже, в принципе. Почему бы нет? Мы даже, наверное, доходим до него. Нет, не доходим. На момент капса через два хода только достроит. Минус 7. Сколько заход вставляется? Ну 1, да, то есть потихонечку в минусах. Нужна постройка, направленная на культуру. Так, ну тут греческая нормально идет вовсю. Легион. И имя ему Легион. Да, ты занимаешься. Культурное влияние. Доход от культуры. 5 фракций. А, во всей фракции. Ой, это круто. Доход от морской торговли. Тоже во всей фракции. Налоговая ставка 19. Налоговая ставка плюс 12. Защита от действий агентов. Плюс 8, население воодушевлено. И дикт еще 19. То есть там вообще там колоссальные такие налоги идут. Александрия. Так. К
какие-то маленькие такие доходы, но в общей сложности 5000 получается. Круто. Еще рабы полторашку. Коррупция минус 9, да? Безопасность отличная. Все, заканчиваем ход. Нефиг думать. Нужно воевать. Птолемей с задачей пока справляется. Так. Да нет. Ну, понимаешь, что нет. Господи, сколько у тебя враг джин? Да у меня не меньше. Белги, Дрогиана, Персия, Парадена. Я таких даже не встречал еще. Гильветы, Партия, Римлипида, Рим-Октавиана. Военный союз, торговое соглашение, договор о праве прохода армии. Военный союзник. Нет, не будем мы воевать с Римом Антония пока что. А Римлипида бросает Андрументу и уходит в Карфаген. Логично, в принципе, собрать кучу армии в столице, нежели пытаться еле-еле защитить малый город. Так, мэру агенты пошли туда. Ну, там агентурная сеть наша работает. Так что все довольно-таки неплохо. Галлы, белги. А вот с вами мы, по-моему, воюем, нет? Дрангианами. Кораблекрушение. Местная торговля в упадке. Вот, то есть вот так, мало было быка. Посейдон словно бы и не заметил ваши жертвы. На море продолжался штиль, и торговля сильно пострадала. Печально. 4 хода торговля упала. Так, казармы и скотный двор достроены в Аммонии. Ты, друг, продолжаешь двигаться сюда. Тебе еще нужно немножко ходов. Давайте мы тогда, знаете, что сделаем? Убьем генерала ударом в спину. Не удалось. А удастся ли тебе заказным убийством это сделать? 30%. Цель ранена, уничтожена. То есть наем убийц. Тоже провалилось. Но что ж. Он тогда сможет пробежать здесь, захватить. Тогда надо идти в атаку. Тем более он на ускоренном марше. Ё-моё. То есть мы его заткнули с двух сторон. Но и сами пройти не можем. Вон оно как получается. Не очень-то удачно на самом деле. Да, ход развлечений. Что у нас здесь? А, у нас казармы же достроились, да? Достроились казармы. Пикинеры в тораксах. Царские пельтасты я могу даже строить. И мечники в тораксах. Ближний бой 65. Круто, конечно. Бонус против пехоты никакой. Бонус в натиске. Но я, наверное, все-таки мечников в тораксах сделаю. Царские пельтасты это круто, но и затратно. Но ближний бой, конечно, колоссальный. 65 аж целых. А что мы еще имеем? Больше ничего, да? Слонов можем африканских нанимать. 153 монеты их содержание. Африканские слоны. Но это не боевые слоны. Граждане-всадники. Ага, тарентийская конница еще можно делать. Пикинеры в тораксах. Ну, их потом поменяем. Хотя, может быть, здесь в этой армии не будем менять. А почему через два
твою душу, мать. Да и... О, просто колесико мышки. Три отряда мечников. Этих ребят мы потом тоже распустим. Наймем еще мечников торгсов. Все. А ты, друг, вот этой вот армии нещадный, поможешь все-таки здесь. Поможешь здесь. Поможешь, я даже не знаю как. Спорная. Ну, в общем, как-нибудь да поможешь. Забираем Андромед. Ой, не, не, подожди. Осаду. Андромед. Так, стоит ли разрушать? Вопрос. Там первого уровня. Священная земля. Латинская. Бла-бла-бла. Богатство 1700. С какого перепугу? Разрушен, наверное, до основания. Или войти. 15-20. 5-40. На 40 скинем. Нестабильность будет небольшая. Да, будет проще вот так вот установить порядок. Минус 26 всего. Разрушили. Перестроили. Все хорошо. Делаем здесь мы в Андроменте. Так, священная земля тут и так две. Поле для осмотров. И ямки, наверное. Да. Именно так и поступим. Угу. Так, осталось взять Карфаген. Что там слияние? Нормально. Персонаж, сводка, империя. Кара не сильно выросла, но она мне на руку. Так, лучников пока что не будем мы. Двигайся сюда, нужно общественный порядок повышать. Бакенором. Рвение, прирост за... От 110 в армию. Это она перенимает мудрость. А, то есть, ясно, я понял. А сколько же здесь перенимает мудрости? Боевой дух. Гарнизон режим. 135. Вот, нормально. 135 опыта за ход. Сколько опыта? Не показано, сколько ж нужно. Жалко, что нету какого-то числового значения по опыту. Там надо, неизвестно. Так, ты занимаешься, ты, друг. Опять провалил. Но все-таки было ядом действовать. Он все-таки на яд прокачан. Так, ну а ты не можешь уйти. Ну все, заканчиваем свой ход. Узнаем. Сейчас пойдут ли они вот так. Ну, смогут ли они агентов обойти. Ну, вроде как мы зажали их. Ну, допустим, шпион не раскрыт. У нас. Следовательно, он пройти сможет. Якобы не замечая его. Рим Лепида поплыл из Карфагена на войну с Римом Помпея. Ну, это ты зря. Потому что Карфаген пойдет от Георгия. Ну, на Миасгармос он все-таки пошел, как я и предполагал. Сдаем это поселение без боя. Хоть и с режима обороны. Не знаю, может быть, слонов мы сейчас и порежем там. Хоть и не всех, но мне нужно хотя бы там четверых-то точно. Да, отлично, слоны. Остался там, может быть, один слон у них в армии. Ну, два от силы. Чуть-чуть генерал пострадал, но остальных мы просто добьем.
Ну да, захватил-то. Жалко, что сейчас эдикт спадет, то есть нужно будет перенастраивать эдикты. Вот это вот бесячее вот это состояние. И мэр еще там агентурой пытается что-то сделать. Вон он уже отравил мне армию Птолемея. Гад такой. Сейчас мы контрразведочку здесь сделаем. Так, Химьяр, торговый договор с Химьяром разорван. А, она невозможна по причине того, что мой торговый порт ушел. Отравление пищи, эдикт отменен, бесчестие у Тимофея. Молодой человек из семьи ваших врагов окончательно увяз в долгах. Возможно, мы обратим это себе на пользу. Семью ваших врагов. Подкупить его, шантажировать. С нашей стороны было бы нехорошо не известить семью мальчика, не сомневаюсь, что они будут нам благодарны. Выдать все. Мы предупредим других о недостатках этого мальчишки. А бесчестие что влияние, да? А этого мальчишки может быть справедливее. Или же подкупить. Ни один сын не хочет, чтобы о его ошибках узнал отец. Юноша щедро заплатит нам за молчание. Выдать все как есть. Так, а нас, так как нас отравили, мы двигаться можем теперь медленно. Тогда, так, ты, наверное, займешься сейчас здесь контрразведкой. Молодец. Не намного ты, наверное, контрразведку нам сейчас поднимешь. Да, мало у тебя. Так, ну а ты, наверное, да. Разлад в войсках, искажения не могут опускаться ни на низ, собственно, полоса, да? Рвение. Удалось внести разлад, он никуда не денется. И вот мы нашли агента, кстати. Армия уничтожена, строительство зоны, флот разбит, поселение потеряно. Что у нас в капсе, да, что-то завершилось? Амфитеатр. Амфитеатр. Угу, молодец. Легкую конницу уже можем делать. Лагерь периков. Нам нужны здесь оборонительные стрелковые войска. Легкая конница. Неплохой прирост. Отчет хозяйственной деятельности. Население встревожено. Население увлечено в Африке. Так, в Африке все, уже растет, все хорошо. Поле для осмотров делается. Карфаген не особо-то он и оборонителен. С натиска захватить его получится ли? Нет, подождем еще ход. Восстановим баллисты. Идет борьба за провинцию, тайный агент. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Эдикт о налоговой ставке. Делаем так. Делаем так. Так, ты тут ничего сейчас делать не сможешь. Они потихонечку набирают войска. Давай-ка ты тогда двигайся сюда. А то мы пока мы с заказным убийством. Пока мы воюем с Аксумом, сейчас с мэру опять восстановится. И у меня вдруг вот этот двигается тут. Там разлад в войсках, поэтому он далеко не сможет пройти. Угу. Все, а ты потихонечку сюда. Все, отлично. Сын Игора. Все остальные нормально. Ты двигаешься, да? Двигайся, двигайся. Рим Антония. В общем, мы сейчас тут немножко разграбим, потом поплывем здесь, разграбим. По-моему, нормально будет это дело делаться. Заканчиваем ход. Что, в этой серии ни одного сражения, получается, не будет? Обидно, что он, скорее всего, там или разграбил у меня Минос Гармос.
или же разрушил его. Это очень прискорбно, отстраивать потом все это дело. Я уже теперь даже забыл, что там было построено. Ага, Рим Лепида пришел на помощь Карфагену. Ну хорошо, что я не пошел, я бы сейчас там всю армию свою положил бы. И он бы нас бы уничтожил бы, вот с помощью кораблей. Скорее всего, так и получилось бы. Так что ждем нападения врага. И музыка закончилась. Вообще жуть. Диверсия в войсках. Отравление пищи по-прежнему. Влияние на придворных плюс 15. Избыток населения в Ливии. Хорошо. А что мы здесь можем построить? Построить мы здесь можем. Что мы сможем здесь построить? Поле для осмотров? Нет. Священная земля есть. А, место сбора, то есть у нас здесь доход от развлечения, а здесь мы сделаем доход от рынка, от местной торговли. Да, то есть у нас такое Аугила будет торговым городишком. Строительство Андрументия закончено. Это хорошо. Казармы, наверное, здесь возводить будем. А там лагерь периков в Карфагене, да. Здесь казармы и ямы я хотел. Вот так вот. Новая особенность. Главк. Контрразведка. Изданный дикт. Попытка диверсии. Население воодушевлено в Африке. Развесной деятельности. Племенной союз Бастарны. Дакофракийские конфедерации. Раскрыт. Вот они агенты. Вот они, эти агенты. Так, тогда что? Ты подходишь сюда. А ты не можешь, да? Во! Ты ж достаешь? Да, достает. Да, двумя армиями, поэтому мы спокойненько убиваем с решительной победой. Все живы, целы, здоровы, молодцы. Оккупировать. И все-таки был разрушен. О, нет, не был разрушен. И даже ничего не перестроено. Великолепно. Это нечто поразительное. Вот, тут мы тоже поле для осмотров построим. Кузница, городок, все это хорошо. Кстати, что нужно изучить? О, вон оно как. Колонии. Так, теперь... 3000 надо что-то. Я бы тебе, знаешь, что сделал бы? Ничего бы не делал, ты этой армией будешь воевать. Боевой дух отрядов со слонами плюс 5. Боевой дух отрядов в сражениях на своей или союзной земле плюс 3. Всех копейщиков к натиску. Броня. Вот броню повысь. И истинный воин, наверное, да? Он хитрый. Тогда стратег. Будешь стратегом. Хитрым стратегом будешь. Ох, агенты. Манипуляция. Нет, удар в спину, да. Молодца. Военная разведка. Шанс на успех у вражеских агентов минус 6. Это действие. Обнаружение скрытых агентов. Ну, то есть, когда он военную разведку проводит, тогда нет, соперник, да, вот это вот делаем. Так, а ты подруга вот этого парня, заказное убийство, найм убийц.
провокация 67%, но шанс уничтожить его больше. Ранили, тоже неплохо. I am proud. Так, теперь эдикт, возвращаем обратно. Вот сейчас у нас прирост 4500, со следующего хода посмотрим, что будет. Нестабильность у нас не очень-то и... Да, вообще прекрасно все. Все прекрасно, можно продвигаться к границе. Как только мы до тут доберемся, ну, три хода, да? То есть мы в Фивы сначала сходим. Нет, сюда сходим. Ладно. Да, в Фивы станем. Восстановим армию. Перенаймем. Перенаймем бойцов. Один только. Ну да, денег больше нет. Перенаймем. Так, мечники в Торексах 3. Еще 3-6. Можно вот этих тоже сейчас убрать. Они просто толку от них не будет. Только деньги тратят. Вот этих ребят тоже. Донаймем в Торексах пикинеров. Кстати, где они? Вот так, кинер в Торексах донаймем. 4 отряда. Ну, египетские копьеметатели. Поменяем на лучников, когда у нас построится лагерь. Да, именно так. Ну и что, друзья, серию на этом мы закончим. Сражения мы так и не увидели никакого в моем исполнении, но они такие все были. Под стать авторасчету. Ну, одно, конечно, я зассал сражаться, когда в обороне стоял враг. Там я сочканул, на самом деле, биться. Так что уж извиняйте меня. Вот, смотрим последние события, значит, влияние у нас выросло очень сильно. Георгий, назначение. Харизма, заход, налоговая ставка. Ты в минус гормоз. Вот, давай налоговую ставочку сейчас увеличишь еще. Птолемей. Можем мы тебя назначить? Сколько тебе лет? 35. То есть можем. 1500 потратим, и ты станешь нормальным парнем. Будешь сидеть там дома, заниматься. Как раз ты поменяешь местами армию. Ну, скажем, уйдешь из стаи Сехмет. Ну, потому что смысла не вижу тобой ходить дальше. Ты, конечно, великий предводитель, и сразу нанимаешь уже опытных бойцов. Да, с галочкой. Но все же. Ну, да наймешь и станешь в управление. Именно так. А вот ты как раз пойдешь воевать, потому что у тебя неплохой царский мечник в Тораксах. Боевой будет он. Но у него, правда, на хитрость скачано. Надо будет на рвение вкачать, чтобы он тоже мог сражаться и дольше жить. Вот такие дела. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.